Утро пятницы в Твери, как мы уже сказали, началось с первого сильного снегопада. В некоторых районах города хлопья снега успели создать снежный покров. Осадки сказались и на дорожной обстановке. В городе начались пробки. Откуда такой заряд снега и вернется ли осень, узнала наш корреспондент. Сегодня жители Твери смогли ощутить настоящее дуновение зимы. В областной столице выпал первый сильный снег. Для некоторых горожан он стал сюрпризом. Однако к обеду от снега уже ничего не осталось. Такая погода неудивительна. Синоптики предупреждали об осадках в виде снега и дождя. Как говорят метеорологи, регион оказался под влиянием атмосферного фронта, который проходил через нашу область. Сейчас он постепенно смещается на юг. Нельзя сказать, что мы уже перешли на зимний тип погоды. Такой этот снег, скажем, такой предвестник. Это характерная погода для второй половины осени. Снег, как вы видите, не ложится. В отдельных районах области он, конечно, лег, но это временное явление, он растает. Местные жители не остались равнодушны к появлению снега и начали активно делиться своими впечатлениями в социальных сетях. Где-то осадков выпало довольно много, а в других районах снег быстро растаял. Как рассказали синоптики, в ближайшее время новой снежной волны пока не прогнозируется. Температура должна устойчиво перейти, во-первых, на отрицательные значения днем и ночью. Во-вторых, должна какая-то серия циклонов пройти, которые именно этот снег дадут. Пока будет сохраняться вот такая неустойчивая погода. Что касается дальнейшего развития погоды, то в понедельник Тверскую область охватит очередной циклон. На всей территории региона пройдут умеренные дожди. Ожидается небольшое потепление, которое сохранится и во вторник. В понедельник будет более дождливый, циклон отойдет, и вторник уже будут небольшие дожди на территории области. И уже со вторника на среду погода снова изменится, и на территории области вернется антициклон северный, дожди прекратятся. И опять начнутся контрасты температур, ночных с отрицательными значениями, где-то 2-7 градусов мороза. Дневные, прохладная погода, но с положительными значениями температуры, где-то 0 плюс 5. По предварительным прогнозам, погода в конце октября будет неустойчивой. Периоды с осадками будут сменяться с периодами антициклона, которые иногда будут приносить хорошую погоду без осадков.